Прикольные игрушки Hungry Shark Evolution. Есть одна дурацкая миссия за Мегалодон. Там нужно сажать 125 подводных мин. Задание абсолютно неинтересное. Плавай себе, да жри. Просто и нудно. Благодаря новогоднему обновлению есть шанс пройти эту миссию очень быстро. Вам нужно найти Санта-Клауса, который летает на реактивных санях в разных частях карты и сбрасывает в воду бомбы. Как выяснилось, эти бомбы канают за мины и увеличивают процент прогресса миссии, так что для прохождения можно нажраться этих бомб. Вреда они не причиняют, только не забывайте эпизодически нырять вниз и кормить вашу вечно голодную акулку.